Thank you.
все! То, что я успела подготовить Полу Маккартни. Вот, потому что я специалист по Харрисону, как недавно выяснилось. Вот. Но, тем не менее, Пол Маккартни меня очень вдохновил, и я думаю, что я продолжу делать вокал, да? А сейчас я хотела сыграть, ну, вроде как, посвящение вообще всем Битлам, потому что, на самом деле, это группа, о которой можно спорить очень долго и говорить, что она вроде как простая музыка, вроде как сложная, но есть в них что-то такое мистическое, космическое. И поэтому я хочу сыграть свое произведение, которое называется «Star Trip». Thank you.
Игорь.